Непогода едва не стала причиной авиакатастрофы в Румынии. Во время совершения промежуточной посадки самолет, летевший из Бухареста в Барселону, не смог вовремя затормозить на обледеневшей полосе и выкатился за пределы поля. Остановился только когда шасси завязли в сугробе. На борту находились 116 пассажиров. Никто не пострадал. После ЧП аэродром срочно закрыли. Но в соседней Болгарии дороги превратились в каток после ледяного дождя. В кювет улетали и легковушки, и многотонные фуры. В стране запрещены шипованные шины, а цепи надеть успели немногие. В Сербии без света остались более 7 тысяч домов. Высоковольтные провода обрывались под тяжестью льда.